Здравствуйте, представляем котел варочный на 100 литров. Включаем сетевую кнопку. Если не будет воды, загорится красная лампочка аварии. Котел 10 кВт по мощности, терморегулятор, у нас сведена трубочка. Котел объем 100 литров. Сама форма квадратная, метр на метр, сама чаша круглая. То есть краник для полного слива. Крышка откидывается. Здесь стоит группа безопасности и заливочный кран. То есть кран поставили, подвели снизу, залили. Значит, здесь у нас уровень. Каждый блок у нас получается по 5 кВт. 5 кВт, 10 кВт. Идет нагрев. Это краник среднего охлаждения. То есть сюда можно подать, либо уровень залить. Все, идет нагрев. Здесь у нас, значит, стоит группа безопасности. Здесь, то есть, получается... ЭКМ-ка, здесь заданы верхний предел и нижний предел. Заливочная воронка, заливаем воду, пока не пойдет с нижнего краника. И группа вакуумный клапан, аварийный клапан. Когда пойдет сюда устойчивая струя пара, перекроем, чтобы задать давление в рубашке. Пока проверим таймер. Таймер отработал. Все, идет нагрев. Пошла устойчивая струя пара. Перекрываем ее, чтобы создать давление в рубашке. Ну и давлением отключат. Верхний предел будет работать по давлению в котле. Ну, все, ножки регулируются. Все, котел готов к работе.